Приветствую вас, Анна. Чтобы сделать так, как вы пишете, необходимо, на мой взгляд, начать себя уважать, в первую очередь. У меня нет ощущения, что вы себя уважаете. У меня нет такого ощущения, что вы уважаете себя, что вы цените себя. У меня нет такого ощущения. То есть у меня есть ощущение, что ваш муж, он как бы просто возвращает вам, именно возвращает вам то, как вы к себе относитесь. Просто возвращает вам ваше же отношение к себе. Вот. Вы себя не уважаете. Вы себе сомневаетесь, вы себя обесцениваете, вы считаете, что, там, к примеру, ну, вы считаете, к примеру, что должны его ждать, вы считаете, что это нормально, что вы его ждете, допустим, ну, допустим, вы считаете так. Вот. Ну и соответственно, если это так, то мужчина и ведет себя так, как вы ему позволяете вести с собой, по большому счету. Вот и все. На мой взгляд, ситуация выглядит именно такой. Пока вы себя не цените сами, мужчина вас, соответственно, ценить тоже будет, мягко говоря, вряд ли, к сожалению. Вот. Почему это происходит? Ну, потому что у мужчины стало меньше к вам чувств. Почему меньше стало к вам чувств, я полагаю, нужно анализировать, ибо так вот сейчас, на данный момент, сказать это практически невозможно. Я думаю, что это можно, я думаю, что можно это сделать, но на данный момент это крайне затруднительно, потому что нет никакой информации о вас. Вот. Поэтому я полагаю, что нужно проанализировать ваши отношения. С мужем для того, чтобы было более понятно, что происходит. Вот. С вами, что происходит между вами, и тогда уже можно будет вам помочь. Я думаю, что
примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.